Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 3 января 2023 года, извините, еще не привыкла. Кому хорошо в снегу зимой, так это западно-сибирским лайкам. У Брюса вкусняшка, вот такая кость, это я не знаю, что такое, но огромная-огромная говяжья такая вот, сустав какой-то. Я не знаю, сейчас он его приподнимет зубами, можно будет увидеть, но он пока вот сейчас настолько занят этой мостолыгой, что не хочет даже мне попозировать, лежит в снегу, грызет эту костяру. Причем в снег он лег самостоятельно, то есть его никто не заставлял, у них там есть лежанки, и есть место у нас тут без снега, это мы на тропинке около колодца, и вот такой у меня тут снежный Брюс. У нас сегодня красотища в Ленинградской области. А у кого-то тут, скажи, такая вкуснотища, что даже не хочет песик со мной тут общаться. Обычно Брюс он очень со мной любит общаться, целоваться, обниматься и никогда не дает мне снимать спокойно видео. А сегодня у него какая вкусняха. Ой, страдает, говорит, как бы ее всю-то сразу съесть, а съесть всю-то сразу не получается. Ой, мы тебя рассмотрим, пока ты тут лежишь на снегу. Какая-то это колено. Да я не отниму, нет, так переживает. Нервничает. Говорит, то я сейчас пришла, отнимет у меня вкуснятину. А Барсишка в вольере. У нее тоже такая мостолыга. Вот они в разные стороны разбежались. У Барсеньки все в порядке с головой, она на снегу не валяется. А Брюсик вот у нас, видимо, ему очень жарко. Да. Очень жарко Брюсику. Приятного аппетита вам, молодой человек. Брюсику в этом месяце на Барсю рычит. Исполнится 9 месяцев. Это у нас щеночек. Мы еще растем. Выросли уже размером с меня, но продолжаем расти. Поэтому зубы точим, скажу. Ой, рычит, рычит. Вы посмотрите на него, а? Не доедает мальчик. Не докармливаем песика. Пожелаем Брюсу, дорогие друзья, приятного аппетита. Позировать он нам сегодня не хочет. У него тут вкуснятина. И желаю вам всем, дорогие друзья, сытных, веселых праздников с хорошей погодой, без сильных морозов, которые нам тут обещают. Прогноз наш гидрометцентр обещает нам сильные морозы. И увидимся в новых видео, дорогие друзья. Всем пока-пока и до новых встреч. Брюсь, ну посмотри хоть в камеру-то. О, нет, скажи, отстаньте от меня. Вообще не до вас, да. Вообще не до вас, очень вкусно, скажи мне. И вообще не холодно, да. Вот это зубки, да? Хрум-хрум. О, что? Что? Левка не все своровал, не все твои заначки? Выходили чихуашки, и тут Левчик нашел заначки брюсовские, бегал, таскал, всех охранял. Смена зубов у наших лаек происходит в процессе естественного природного выживания вот таких вот косточек размером с голову Брюса. Ой, какая вкусная мостолыжка! Сырая кость. Мы чихуашкам, кстати, тоже даем такие большие кости, но не до такой степени большие, как у Брюса. Съедать они их съедают в течение, ну, не знаю, месяца, наверное, двух, потихоньку-потихоньку, но зато им как нравится. Грызут, грызут каждый день друг у друга, отнимают, охраняют. У них хоть какая-то процесс какой-то, движуха какая-то. Интерес к жизни. Сначала все мяско объедают. Ну, только сырые. Вареные они засоряют кишечник, потом запоры у собак. И пользы никакой. А здесь и зубки. Вот у нас еще щеночек. Поэтому зубы ему надо, скажи, чесать об косточки. Ну все. Ребенок у нас занят, маленький щеночек. А я пойду домой загружать для вас это видео, дорогие друзья. У нас красота, лепота, отличная погода, красивущая. В Ленинградской области наконец-то, после дождей. Барсенька грустненькая такая. Барся!
И скажу: Брюс на меня рычит, скажу, жадный пес. Вырос, сынулька, больше мамы в два раза. Борсюшка. Я скажу: пойду-ка я в вольер, ну вас. Там, говорит, у меня будка, там есть косточки, а тут Брюс рычит на маму. Вот такая вот красивая у нас сегодня погодочка. Очень радует меня такая погода, люблю такую красоту. Особенно, когда сижу дома, смотрю в окошко, а там вот такой пушистый снежочек идет. Чистенький, тишина, ветра нет. Вот если я сейчас замолчу, ребят, смотрите. Какая кайфушная тишина, не то что в городе. Все, всем пока-пока и до новых встреч.